В Москву из итальянского города Бергамо привезли бесценную коллекцию шедевров Академии Каррара, а это почти 60 полотен кисти знаменитых мастеров эпохи Возрождения. У каждой картины своя история и своя тайна. Это не краска, это не светотень. Это тончайшая пропись золотом. Это не свет, который падает на ее плащ, это скорее тот божественный свет, который излучает она сама. На экспозиции сразу три картины Сандро Боттичелли. Самая поздняя откроет гения эпохи Кватроченто с неожиданной стороны. В конце жизни художник писал икону. «Благословляющий спаситель» – одна из последних работ мастера. Здесь же его знаменитый портрет Джулиано Медичи. А современник Боттичелли оставил в веках образ легендарного Чезаре Борджиа. Пока наша академия на ремонте, экспонаты могут гостить на мировых выставках. Для этой в Москве мы выбрали лучшее. Коллекция в таком объеме еще никогда не покидала. Уже в декабре Академия Каррары откроется после реконструкции, и мировое турне «Сокровищ из Бергамо» подойдет к концу. Ретроспектива в Пушкинском музее станет последним перед окончательным возвращением этих картин домой.